Вітаю, шановні українці! Здравствуйте, уважаемые украинцы! Сегодня 15 марта 2022 года, 9 часов утра, и мы с вами еще на один день стали ближе к победе. Планы работы гуманитарных коридоров. На сегодняшний день согласовано 9 гуманитарных коридоров. Донецкая область из города Бердянск в Мариуполь выйдет гуманитарный груз, который довезет десятки тонн воды, медикаментов, продуктов к людям, которые очень ждут этого в Мариуполе. На обратном пути он заберет женщин, детей и всех нуждающихся из Мариуполя в Запорожье. Киевская область, из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары, из села Бобрик в город Бровары. Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над этим маршрутом, и я искренне надеюсь, что уже завтра нам удастся открыть такой гуманитарный коридор. Сумская область, из города Сумы, Тростенец, Лебедин, Шостка, Конотоп, город Полтава. Харьковская область из села Оскол. Я хочу вас заверить, что вся информация, которую вы подаете в Фейсбуке, по другим каналам, приходит к нам. Мы ее обрабатываем и обещаем, что не оставим никого. Мы помним, знаем и очень хотим вас спасти. Давайте держаться вместе. Бережем друг друга, бережем Украину.